Ребятушки, ищем вот таких вот воронов. Вам нужно искать, рядом с ними вам дают гачу. Разную гачу, это для работяг, потому что если бы я скинул бы видео, вы бы задали 1 000 000 вопросов, зачем и как, зачем туда забираться и получать вот этих воронов. Мадара, крутой чувак, нам рассказал, ну то есть скинул видео, скинул там промокодики для работяг. Вообще, топ контент делает, помогает дяде и работягам развиваться. Нам нужно 2 раза подпрыгнуть, нажать левый shift, у вас открываются крылья. Мы 2 раза подпрыгаем. Вот даже стоим вот сюда. Вот сюда где-то, не, ну тут да, где-то станем. Мы 2 раза подпрыгиваем, нажимаем shift, жмем назад и пробел. 2 раза подпрыгиваем, shift, пробел. Так, это надо еще приловчиться. Еще приловчиться нужно. Так, 2 раза подпрыгиваем, shift, пробел. Оп. Почти получилось. Я думаю, с 3-го раза получится. Нажимаем. Так, направим. 2 раза прыжок, shift, вниз и пробел. И запрыгиваем сюда. И нам дают гачу. Двойной прыжок. Двойной прыжок. И взлетаем. Вам надо просто, чтобы он парировать начал, и тогда мы подлетаем. Если он не начинает парировать вверх, да, вот. И прожимаем пробел. Пробел, прожимаем пробел. Давай, давай, давай. Мы сможем, мы сможем. Мы сможем почти. Вот, е-бой. Вот, нам дали гачу. Нам дали гачу. Дать гачу на оружие. Мелочь, но... А вдруг? Вот ищем таких воронов. Ищем, смотрим. Что-то новенькое. Что-то крутое. Ну, бейте и смотрите. Это я просто вам наводочку даю. Я не буду искать воронов, потому что там люди делают это. И не хочу воровать контент. Так, ищем воронов Тейлора. Какая-то гача, все равно какая-то пасхалочка очень интересная. Довольно. Если честно. Как по мне, очень неплохо.